Здравствуйте. Сегодня у нас какое уже? Седьмое занятие. Я с удовольствием наблюдал вас перед началом занятий, видел ваши оживленные улыбки, ваши осмысленные глаза, выражения осмысленные ваших глаз, ваши очень остроумные разговоры, шутки, смех. Вы все пишете в своих дневниках, что не узнаете себя, и вообще это все было не с нами. Это мне все понятно, это я вам все предрекал, а вы мне не верили, но так оно случилось. И вот сегодня, товарищи, прежде чем начать наш курс, я хочу ответить на целый ряд вопросов, которые возникли у наших видеозрителей. Вот от имени видеозрителей мне задает сегодня эти вопросы Светлана Васильевна Трушке, ответственный секретарь Ленинградской организации общества борьбы за трезвость. Пожалуйста, я готов ответить на ваши вопросы. Наверное, можно сидя, да? Пожалуйста. Юрий Александрович, вот из опыта проведенных несколько групп часто люди обращаются и к нам, и, в общем-то, я думаю, что это очень интересует видеозрителей. Особенно я упор делаю, что у вас вижу, что в аудитории в основном мужчины. В чем заключается теория, механизм перепрограммирования нашего отношения к алкоголю и к табаку? Ну, во-первых, не совсем точно. Женщины у нас тоже есть в аудитории, но они прячутся. Я понимаю, что среди видеозрителей немало женщин, которые также страдают от пристрастия к табаку, к алкоголизму, к спиртному. Значит, чтобы понять весь механизм перепрограммирования, я хотел бы... Единственное, ответить это таким образом. Значит, в нашем сознании вот заложена программа, о которой мы уже говорили на наших занятиях. Значит, эта программа как бы, ну вот если сравнить с роботом, скажем, понимаете, вот записана на пленку эта программа. Вот на наших занятиях происходит стирание этой программы. Вот самое главное. Для того, чтобы эта программа была действительно стерта, необходимо самым серьезным образом отнестись к ведению дневника. Не только вы, но и наши слушатели, находящиеся в зале, сегодня задали мне вопрос. А почему вы так много требуете от нас писать? Дневник – это важнейшее орудие воздействия на собственное сознание. Этот дневник, товарищи, должен поселиться в нас как минимум на 6 месяцев. И чем серьезнее мы будем относиться к написанию дневника, тем выше результат. Никогда человек не будет употреблять алкоголь, никогда он не будет травить себя никотином, другими наркотическими веществами, если он неукоснительно будет выполнять вот эти обязательные требования по ведению дневника. Вот, например, многие из вас наверняка получали так называемые святые письма, да? И в конце каждого письма, значит, приписка. Перепиши вот эту молитву сколько там раз. Нет, там и 20, и 30, и 40 раз. Нам подходило. Чтоб внушить. А почему так много? Не один раз. Вот, значит, следовательно, я к чему вас подвожу. Вот очень интересный механизм, ну, уже если ударяться, так сказать, в теорию, значит, мы говорим, вот это вторая сигнальная система. Чем мы видим, чем мы чувствуем, то есть вот глаза, уши, там, обоняние, вторая сигнальная система. Но есть и первая сигнальная система. Вот этот аппарат, наша рука. И вот чем мы больше пишем, тем мы больше информации, той информации, ну, необходимой информации посылаем
к себе в подсознание. Вспомните себя, скажем, на экзаменах. Ну вот завтра сдавать китайский язык, мы ничего не знаем. Помните, да, вот школьниками, студентами. И вот мы начинаем всю ночь напролет, что делаем? Шпаргалки пишем. Пишем шпаргалки, потом приходим, вытягиваем билет, читаем. И там мы все, оказывается, знаем. А мы все знаем. Ведь зачем я писал шпаргалки? Так вот он написал эти шпаргалки за тем, чтобы знать. Это четко оседает в памяти. То есть, если мы будем самым серьезным работать с дневниками, с сочинениями, которые задаются, если мы будем в течение как минимум полугода по предложенному графику, по предложенной форме, ибо только таким образом мы полностью снимаем программу. Почему полгода? Я вам скажу, что Геннадий Андреевич Шичко, который является автором этого метода, он экспериментальным путем это вычислил. Он 17 лет занимался этой проблемой. Вот что касается вашего первого вопроса о механизме, что ли, вот перепрограммирование. А там дальше все просто. Программа на алкопотребление снята, программа на курение снята. Значит, все остальное отпадает. Привычки, потребность. И мы становимся абсолютно, так сказать, трезвыми, некурящими людьми. Знаете, в школах Ленинграда, я сейчас прошла по очень многим школам, в шестом классе очень многие ребята уже курят. Можно ли использовать этот метод в школе, избавлять ребят от курения? Мы в «Оптималисте» начали такую работу. В этой связи мне всегда вспоминается диалог с сыном Федора Григорьевича Углова, с младшим сыном, с Гришей. Углов и Геннадий Андреевич, когда познакомились и уже встречались с семьями, Гриша присутствовал, еще был он в пятом классе, пятиклассником, присутствовал при этих разговорах. И однажды, придя в школу, он классному руководителю сказал: давайте мы в школе создадим клуб трезвости. Ну, классный руководитель, как принято тогда было отвечать, и сейчас во многих школах, это не ваша проблема, и вообще рано об этом даже говорить, даже думать. Значит, мы встретились с Гришей на поминках, когда Геннадий Андреевич умер. И вот, припомнив этот эпизод, я спросил Гришу: ну как вот ты закончил школу, вот на выпускном вечере, я говорю, вы беседовали со своим классным руководителем по этому поводу. Знаете, что он мне ответил? Говорит, классная руководительница сказала: Гриша, оказывается, уже в пятом классе было поздно говорить об этом. То есть надо буквально вот то, что сейчас мы пытаемся делать, даже с внутриутробного развития начинать противоалкогольное и противокурительное воспитание. Надо перенимать зарубежный опыт, например, в Соединенных Штатах, в Канаде. Там ни один педагог не допускается до занятий, если он не сдаст противоалкогольный минимум. Вы понимаете? Юрий Александрович, вы знаете, вот часто женщины, когда приходят, они говорят, что вот нам наркологи говорят о том, что, в общем-то, женский алкоголизм неизлечим, что вот вдруг мы по этому методу, в общем-то, зря проходим эти 10 дней, и у них всегда как-то меньше веры вот в этот метод. Любой алкоголизм неизлечим, если его рассматривать с точки зрения болезни. Мы же с вами уже, так сказать, прошли, что это не болезнь, а психологическое страдание, которому подвергнуты как мужчины, так и женщины. Кстати, вот мой опыт ведения таких занятий показывает, что женщины, наоборот, быстрее выскакивают вот из этих состояний, чем мужчины. Быстрее! Потому что женщина изначально она является вот тем самым бастионом, редутом на пути тотального пьянства. Она вот сдерживающее начало, пьянство мужа, пьянство сына. Юрий Александрович, вот я слушала вас лекции. В них вы даете устрашающую, в общем-то, информацию о вреде, который оказывает алкоголь и табак человеческому организму и вообще людям. И мне кажется, что у некоторых даже появляется чувство страха. Я слышал такие уже выражения, там,
шоковая психотерапия, понимаете ли, шоковая информация. А какая шоковая? Светлана Васильевна, мы же даем правду, правду об алкоголе. Давайте вернемся, скажем, к ребенку. Вот ребенок первый раз прикоснулся к этому жуткому яду, а мы перед этим выпили и говорим, ах, как хорошо. А ребенок попробовал, его начинает тошнить, он даже порой сознание теряет. И он воспринимает это воздействие так, как он и должен воспринимать, как непьющий человек. И он свои ощущения говорит, что это гадость, что это отрава. А мы говорим одновременно, это хорошо, это получается дискомфорт. И вы понимаете, вот на этом примере я хотел бы вот высветить то, что нам наши апологеты, сивушные апологеты, понимаете, пытаются в красивой обертке подать вот эту алкогольную проблему. Всегда вот посмотрите, вина, мы говорим, букет, цвет, крепость. Помните, у нас водка шла со знаком качества, вы представляете, до чего додуматься. На яд ставить знак качества. Понимаете, вот это ложь об алкоголе. Мы ее развенчиваем. Мы называем вещи своими именами. Да какой же это страх-то? Тут никакого насилия быть не может. Вот давайте спросим наших слушателей. Есть насилие над вами? Не обстоит никакого. То есть мы получаем то, что мы не знали. Мы знали, что это яд. Но какой? В каком количестве? Это уже ответ прямо из зала. Да. Но часто, когда приходят, допустим, люди, слушатели, будущие, они говорят, ну, мы уже правду-то вообще знаем. Знаем, что это яд, вроде вредно. И вообще мы все знаем. Так что, может быть, нам, если это лекции, то, наверное, на меня они не подействуют. У всех, по-моему, было такое сомнение, что будет ли эффект от этого метода. Ну вот скажите вот так вот откровенно. Я, например, не знал ничего насчет программы. Я не знал, что у меня это заложено с одного, с двухлетнего возраста. Вот это все это было подсознательно у меня. Я знал, что это плохо, но сознание мне подсказывало, что делаю, значит это можно делать. Ну, а сейчас... Я получил письмо от одной матери, и она прислала письмо сына, сын пишет из заключения. И вот он пишет там такими, знаете, трогательными словами, что водка меня привела туда. Что я вот тебе клянусь, мама, никогда в жизни больше не подниму этот бокал и так далее и тому подобное. И дальше она пишет, говорит, он вышел из тюрьмы и через 2 дня начал пить. Пожалуйста, спасите. Но она прилагает, вот говорит, видите, какие он мне письма слал оттуда, из заключения. Ведь он же мне твердо обещал... И самое главное, я понимаю, что он был уверен, что он выйдет и действительно не будет этим заниматься. Некоторые товарищи прошли и тюрьмы, и лагеря, и тоже давали зарок, что вот выйду я из тюрьмы, никогда в жизни не подниму бокал. А выходили, и если не в первый, то на второй, или на пятый, или на 10-й день начинали пить. То есть все дело в программе, то, о чем мы начали говорить. И если мы будем работать... Если вот наши видеозрители будут очень серьезно работать, то есть не пожалеют время на то, чтобы самым серьезным образом писать дневники, сочинения, не стесняться вот этих, обращаться в местное общество борьбы за трезвости, при которых созданы в большинстве или в этих обществах есть адреса ближайших наших клубов оптималистов, чтобы они сразу находили связь с этими клубами. А сейчас я проведу короткий разбор ваших записей дневниковых. Самоотчетов мы сегодня делать не будем. Товарищ Милешин проходил мимо винного магазина и подумал, увидев очередь, неужели этим людям некуда девать время и деньги? А ведь совсем... Недавно сам стоял в таких очередях. Да бросьте, стоял же. Нет, не было. Да не было, конечно, не было. Да нет, ребята, уже никто из нас не стоял в этих очередях, я смотрю. А я вам что говорил еще на первом занятии, говорил, что именно с такими мыслями вы будете проходить мимо таких очередей. Товарищ Кузнецов, пожалуйста, не халтурить, писать полнее, хотя вы отмечаете,
что мысли работают в нужном направлении, так это. Товарищ Олейник пишет, мыслей по поводу пьянства не возникает. Думаю только о том, неужто правда, что за два дня так перевернулось сознание? Так вы сами ответьте, правда или неправда? Ну, так правда, но... Перевернулось все-таки? Перевернулось сознание? Что за два дня. А что с курением? С курением пока еще привычка есть. Ну, сколько курите? Ну, в два раза меньше. Ну, не надо, что вы мне это уклончиво так? Ну, где-то около 10 штук, когда в 8. А вчера сжигали мосты. Мост уже. Вот до вечера держался. Вы знаете, вчера снег произошло. Иду по городу. Значит, ну, все-таки привычка еще осталась. После сжигания не курил, это уже вечером, часов 7. Да. Попросил закурить. Парень говорит, а вот продают. Подхожу, значит, смотрю, пачка Ленинграда. И новая, главное, синенькая упаковочка. Ну, как-то рука потянулась, купить ее. Как ваши сигареты? Как ваши 4 пачки поживают? Одна осталась. Это вот он же вчера вы сказал, все, у меня дома пол пачки. А где же вы взяли еще-то одну? Приобрел. Давайте ее сегодня спалим, да и все, и выбросим, и хватит о ней даже думать. Товарищ Физиков, очень зажат. Желание, чтобы побольше людей посещали занятия в оптималисте. Хорошее желание. Вы, наверное, заметили, что я ни разу не употребил, прочитывая анкеты, говоря об алкоголе, ни разу не употребил слово «напитки». Когда я начинал еще работать по этому методу, проводил занятия, я иногда грешил вот этим словосочетанием. Пока один из слушателей, бывший алкоголик, встал и громогласно, большая аудитория, он заявил, вы неправильно называете алкогольные или спиртные напитки. Не может быть алкогольных и спиртных напитков. Я описываю, я говорю, как? Как это не может быть? Он говорит, да, могут быть только ядовитки или отравитки. И я, знаете, с ним согласился. Действительно, ведь напиток это что-то освежающее. Напиток это что-то жаждоутоляющее. Но не может быть действительно напитком то, что несет в себе ядовитые вещества, отрава. Разве может быть отрава напитком? А мы знаем, этанол это яд, а этанол лежит в основе любого алкогольного изделия. В том числе, кстати, и пиво. У нас есть здесь такие любители, которые выпивают по 10 литров пива в день. Понимаете, но мне таких людей очень жалко, ибо не ведают, что творят. Произнесу слова железного канцлера Бисмарка, когда он сказал, от пива делаются ленивыми, глупыми и бессильными. Но сегодня я предлагаю коснуться истории отечественного винопития. Ведь не секрет, товарищи, во всем мире, к сожалению, во всем мире русский народ считают пьяным народом. Почему-то считают водку национальным русским алкогольным изделием. Еще раз хочу подчеркнуть. Наши предки познакомились с этой сивушной отравой много позже других христианских стран. Впервые в 1432 году ее завезли купцы из Генуи. Вот попробовали наши давние предки это изделие и отказались от ее ввоза. И народу, простому народу, было запрещено употреблять водку. Грозный нашел средство, с помощью которого ставил нужных ему людей в зависимое положение. В зависимость не только от царской милости, но и от той чарки, которую ему периодически выдавали. Многие авторы, литераторы в своих произведениях показывают эти петровские ассамблеи, как нескончаемый бесшабашный пир. Товарищи дорогие, ну давайте быть реалистами. Ну не мог царь, пьяный царь, с пьяными приближенными, с пьяным народом вздыбить Россию, вытащить ее из многовекового
темного болота отсталости. Поставить в ряд ведущих государств. Заставить все государства считаться с Россией. Не мог он вздыбить Россию с пьяным народом, с пьяными приближенными. Да, я согласен, по вине и даже по инициативе Петра Первого стало распространяться табакокурение в России. Но пьянство никогда. Пьяницы всегда осуждались и в петровские времена. Думайте, проводите аналогии. Давайте вот посмотрим. Первое трезвенное движение в России, которое относится к 1858-1860 годам. Крестьяне, мастеровые отказывались от потребления алкоголя, громили кабаки, устраивали крестные ходы в защиту трезвости, создавали кружки и общество трезвости. Простые труженики и передовые интеллигенты протестовали против виноделов, против торговцев с сивушной отравой, видя в них разорителей хозяйств, распителей людей. И царизм, конечно, не мог допустить, чтобы мужик трезвел. Величайшие умы России начали вести пропаганду трезвости. Добролюбов. Здесь уместно вспомнить Достоевского, его негативное отношение к винопотреблению. Одним из обществ трезвости в конце 19 века руководил Лев Николаевич Толстой. Общество называлось «Согласие против пьянства». Лев Николаевич Толстой, великий писатель, которого мы по праву называем своим современником, и голосу которого прислушиваемся, когда речь идет о насущных проблемах бытия. Он никогда не был равнодушным наблюдателем событий и страстно обличал злые начала, уродующие красоту жизни. «Я чувствую себя гражданином», — говорил Лев Николаевич. Наиболее тяжким среди человеческих пороков он считал пьянство. Борьба писателя с этим злом неотделима от всей его гуманистической деятельности. В обязательства членов согласия входило, во-первых, никогда не пить пьяного, ни водки, ни вина, ни пива, и не угощать ничем пьяным других людей. Во-вторых, внушать другим людям, особенно детям, о вреде пьянства и преимуществах трезвой жизни. В эти годы писатель работает над современными и созвучными сегодняшнему дню статьями, в которых утверждается абсолютная трезвость. Пора опомниться, для чего люди одурманиваются, Богу или мамонне, к молодым людям и многие другие. В деле потребления вина нет теперь середины. Люди от употребления вина становятся грубее, глупее и злее. Какая же польза от употребления пьяных напитков? Никакой. От этой рюмки гибнут лучшие силы человеческие. Писатель ужасается дикому обычаю просвещенных людей ознаменовывать любое торжество безудержным пьянством. Пьяницы никогда не стали бы пьяницами, если бы не видели почтенных, уважаемых всеми людей, пьющих вино и угощающих им. Мужики падают в грязь, а просвещенные на бархатные диваны, с горечью восклицает Толстой. Нет, в самом деле это ужасно. Для чего люди одурманиваются? Для того, чтобы заглушить в себе совесть. Трезвому совестно то, что не совестно пьяному. Конец 19 века. Россия быстро трезвеет, ибо все больше и больше становится свободных от сивушной отравы населенных пунктов. И заметьте, в начале 20 века, то есть в период, когда раздавались тревожные голоса о пьяной гибели русского народа, наши предки потребляли всего лишь около 4 литров абсолютного спирта на душу населения. В то время в России трезвенников было больше,
чем в любой другой стране. Что же касается женщин, то для большинства из них выпить даже глоток вина был и стыд, и грех. Молодежь поголовно до 18 лет вела трезвый и некурящий образ жизни. Такое было воспитание. Строго соблюдался обычай. Молодоженам на свадьбе не пить спиртное. В порядке отступления позволю себе прочесть выдержку из письма бывшего слушателя курса Виктора Серова. «На всех свадьбах невеста и жених выпивали, и я считал это в порядке вещей. На своей свадьбе мне не дали упиться до упаду родители. И вот теперь у брата, я был у них на свадьбе, произошел, в общем-то, конфуз. Я на правах старшего брата буквально вырвал из их рук, из рук жениха и невесты, бокалы, выплеснул вино и налил сок. Благодарить меня будете, сказал я им. А они чуть не в драку. Я так разозлился, что разразился пламенной речью о рождаемости дефективных детей, о спецшколах и спецПТУ, которых становится уже больше, чем профтехучилищ. В общем, как выразился братишка, погасил энтузиазм к выпивке. Потому, наверное, и пьяных не было. А брат с молодой женой в этот вечер пили сок. Я сам контролировал. Наступление трезвости в России напугало царское правительство. Оно остановило этот бесподобный социальный процесс введением водочной монополии. Итак, начало 20 века характерно для России введением государственной водочной монополии. Напомню, это исключительное право государства распоряжаться производством водки и ее торговлей. Начался подъем пьянства. В 1913 году наши предки употребляли 3,13 литра на душу населения. Вы представляете? И уже прогрессивные люди России кричали «караул» русского мужика спаивают. И Россия в 1913 году занимала предпоследнее место в мире по потреблению алкоголя. На последнем месте была Норвегия. И уже в 1916 году Государственная Дума рассматривала вопрос об установлении трезвости в Российской империи. Но ведь именно трезвые люди во главе с трезвыми руководителями большевиками совершали революцию. И в первый же день установление советской власти в Петрограде был издан приказ военно-революционного комитета, который гласил: «Впредь до особого распоряжения воспрещается производство алкоголя и всяких алкогольных напитков». Второе. Предписывается всем владельцам спиртных и винных складов, всем фабрикантам алкоголя и алкогольных напитков не позже 27-го сего месяца, то есть 9 ноября, довести до сведения о точном местонахождении склада. Третье. Виновные в неисполнении приказа будут преданы военно-революционному суду. 26 октября, то есть 8 ноября 1917 года, военно-революционный комитет. Именно в этот период становления нашего государства Ленин постоянно ратует за повсеместную трезвость. Приказы, согласованные с вождем или написанные по его поручению, постановления, а далее и в плане электрификации РСФСР его же рукою, предписано сохранить запрещение потребления алкоголя как, безусловно, вредного для здоровья населения. Выступая на 10-й партийной конференции, Владимир Ильич Ленин, в частности, говорил: «Водка и прочий дурман, как бы они ни были выгодны торговле, не будут допущены к народу, ибо это поведет нас назад к капитализму». Я могу ссылаться на документы тех лет еще и еще.
но красноречивее их говорит тот факт, что до самой смерти Владимира Ильича существовал у нас в стране так называемый сухой закон. И пионерами его введения были не американцы, как полагают многие, а наши деды, наши прадеды. Американцами же изобретено лишь шутливое название запретительной системы – сухой закон. После смерти Ленина в конце 20-х годов еще имели авторитет и силу большевики-ленинцы. Именно под их давлением, при поддержке прогрессивных деятелей страны, было решено создать общество борьбы с алкоголизмом – ОПСА, которое было создано в феврале 1928 года. В июле того же года стал выходить журнал «Трезвость и культура». То есть сегодняшний вестник Всесоюзного общества борьбы за трезвость – это как бы продолжение того журнала. Под влиянием общества, которое быстро росло, при его непосредственном участии в 1929 году были найдены очень интересные формы работы, особенно с детьми. Результатом такой работы стало активное выступление пионеров за трезвый образ жизни своих родителей. Они устраивали противоалкогольные митинги и демонстрации. В дни зарплаты пикетировали фабрики и заводы с такими транспарантами, как «Папа, принеси получку домой», «Долой полку винную, даешь полку книжную», «Мы требуем трезвых отцов», «Мы требуем трезвых матерей» и так далее. К сожалению, наша пресса почему-то обходит стороной это замечательное трезвенное движение. Лишь недавно, сравнительно недавно, в приложениях «Комсомольской правде» «Собеседник» поместила целую подборку фотографий, где ясно мы видим лица тех пионеров, тех детей, которые устраивали такие демонстрации. И вот представьте, это действовало похлеще любой самой изощренной противоалкогольной кампании. Представьте себя на месте отцов и матерей тех пионеров. Как бы вы себя повели в такой ситуации, когда вы увидите детишек, стоящих возле, скажем, даже магазина с такими вот плакатами? Алкоголизм победить нельзя, не установив трезвость. Борьба с любым явлением, болезнью даже, оказывается успешной лишь в том случае, когда нащупаны их корни, то есть причины. В те годы употребляли в основном государственные спиртные изделия. Самогон знать было просто нечего. Страна залечивала страшные раны, нанесенные войной. Вот такое малое потребление ставит чуть ли не в заслугу генералиссимусу. Дескать, видите, как было. А вот в период волюнтаризма почти в 3 раза увеличилось потребление сивушной отравы. В период попустительства в 6 раз. Я здесь снова хочу провести аналогию с зарождением первого в мире социалистического государства. И тогда, в 1917 году, и после окончания Великой Отечественной войны, была попытка заложить трезвый фундамент под социалистическое общество. И вот факелов трезвости становится больше и больше. Идет необратимость процесса отрезвления страны. Вы сегодня получаете этот факел в свои руки, чтобы светить им высоко, далеко, чтобы передавать это пламя трезвеннических, противокурительных, противонаркоманных идей дальше и дальше. Вот что я вам хотел сегодня сказать о трезвенных движениях в нашей стране. Еще раз повторяю, кто хочет об этом узнать подробнее, пожалуйста, читайте, выписывайте журнал «Трезвость и культура», где будет сказана вся правда об алкоголе. Thank you.
сильнее и сильнее работаем. Активно так. Опустили, поработали кистями. И еще раз, для себя работаем. Не... Прямо для себя активно, 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 активно работаем, 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 работаем. Опустили руки. Посторонние мысли уходят. Посторонние мысли ушли. Все внимание на мой голос. Мой голос – это ваш внутренний голос. Расслабляем мышцы ног. Расслабляем мышцы бедер. Расслабляем мышцы живота. Расслабляем мышцы груди. Полностью расслабили мышцы рук. Руки, как плети, легли вдоль бедер. Расслабляем мышцы шеи. Расслабляем лицевые мышцы. Мышцы нашего тела полностью расслаблены. Все внимание на мой голос. От того, как вы будете слушать мой голос, во многом будет зависеть вся ваша дальнейшая жизнь. От того, как вы будете воспринимать все то, что я буду говорить, будет полностью зависеть вся ваша дальнейшая жизнь. Все внимание на мой голос. Мы с вами уже твердо вступаем по светлой дороге трезвости противокурения. Наша настроенность на употребление одурманивающих веществ, алкоголя, никотина, чефира, транквилизатора, других наркотических веществ, настроенность, стихийно сложившаяся в нашем сознании, полностью разрушена. Мы уничтожили в себе вреднейшую программу, программу на употребление алкоголя, никотина, чефира, других наркотических веществ. Теперь наше сознание нарабатывает полезную программу, программу на трезвость, на противокурение, на противонаркомании, на противочефиромании. Каждым днем мы чувствуем, как наше сознание становится чище, яснее. Мы чувствуем, с каждым днем мы чувствуем, как от нас уходят болезни. У нас восстанавливается сон. Мы спим крепко, у нас восстановился уже аппетит. С каждым днем мы убеждаемся в том, что крепнут и крепнут защитные реакции нашего организма. Мы видим, как все вокруг нас стареют, а мы с каждым днем становимся моложе. Настроенность на употребление ядовитых, одурманивающих веществ, которая стихийно сложилась в нашем сознании, отныне у нас исчезла. Мы уничтожили в себе эту программу. Программу на употребление сивушной отравы. Программа на употребление никотинового яда, программа на употребление чефира и других наркотических веществ. Отныне наше сознание очищает, нарабатывает полезную программу. Программу на противокурение, на противонаркоманию вообще, программу на трезвость.
любой ситуации, при любых обстоятельствах, мы теперь будем отказываться от выполнения чужой злой воли, выпивать, закуривать, колоться, употреблять любой наркотик, вообще в том числе кефир. Для нас теперь становятся близкими и понятными заповеди клуба «Оптималист». Спешите делать добро. Если не я, то кто же? Выбрался сам, помоги другому. Эти заповеди становятся основополагающими в нашей трезвой жизни. От этого у нас очень хорошее настроение. И это настроение будет с нами долго. Очень долго. Очень долго. Пожалуйста, откройте глаза.